зустрічаєте в нашій студії Святослав Нікітенко, каменоріз, який займається гліптикою. Доброго ранку. Фактично, сьогодні вас можна привітати з Днем ювеліра, тому що це ювелірна робота, наскільки ми розуміємо. Ну, не зовсім, можна і так сказати, що це ювелірна. Скажіть, будь ласка, яке в нашій країні ставлення саме до гліптики? Ну, до гліптики ставлення таке, ну, я давно займаюся її, вже 20 років, все пропагандую, але ну, це не традиційна вид діяльності в Україні. І тут ну, не було, можна російською, можна? Ну, звичайно, можна російською. От мені так те саме, хвилююсь з ним. От, не було традиції. Була традиція, скажімо, вона немножко 13 век, 11 век, коли з християнством прийшла гліптика з Греції, це з Візантії, і прийшла іменно ікона. От, ну, це продовжалось недовго, десь 3 століття, потім воно знову пропало. От, в Європі там це більше було розвито, більше, скажімо, там ще з Месопотамії, це десь 5 тисяч років назад, потім Єгипет, Греція, Рим, тобто Западна Європа, ну, тобто все время там все время це крутилось тема. У нас этого не було. То есть, і, в общем-то, она не було традиції, продвигається тяжело. Это скорее так заниматься этим скорее наглость, чем скажем так, не риск даже это сам. Но тем не менее, мне кажется, что мне получается. Мне это моє любимое занятие уже много лет. Скажіть, будь ласка, чому ви так сказали, що займатися в Україні це скоріше не ризик, а нахабство? Ну, я цим займаюся сознательно просто, розумієте, я просто бачу ситуацію. Вот. Є, ну, це взагалі древній вид іскусства, і він дуже специфічний. І люди, які ко мені обращаються, приходять, вони теж, от у них, вони це знають хорошо, вони, скажімо, збирають древні гріми, у них є древні гіми. Поціновувачі, так, такі да, собі? Так, так, так. Їх мало, але вони є, але мені багато не треба. Якщо узагальнити, що таке гліптика і що це за мистецтво, для того, щоб ми повністю зрозуміли, що робиться ось і як виготовляються ті речі, які, наприклад, представлені. Тут треба, мабуть, так, обратитися до історії назначення. Спочатку, скажімо, з'явилося це як печать. От, просто печатки, печатки на глині, были, делали цилиндри, в той же Месопотамии там много находили. Вот, это смысл был такой, запечатывали, скажем, амфоры для торговли, потом, значит, на воске. Они делались как цилиндрики, такой там вырезанный по периметру был рисунок, его прокатывали, получалось такое бесконечное изображение. Вот, потом печати, более поздние, это, скажем, печати гербы. Печати, ну, то есть, камеи, портреты. То есть это было, скажем, заменитель фотографии, может быть, или на каком-то виде. Вот, то есть в этом вкладывается смысл. И там было искусство. То есть выход какой-то был творческий именно сюда. То есть была скульптура, была живопись, была архитектура, скажем, если взять даже античный период. Вот это отдельный вид искусства. И он был всегда, это было очень дорого. Вот, это телетеки, собрания этих сам были у Цезаря. Вот, в Европе очень много. Ну и потом, и Европа это тоже вот печати. Первые гербы, печати. Вот. Портрет... Икони мы теж бачимо, да, ось на екрані теж дуже популярні, да, это... і багато усіляких варіантів. Да, это мої роботи, это ікони, да. Ікони. Дело в том, что, скажем, если взять романский там період готика, там заказчиком были в основном церкви. Поэтому и то же самое Византия. С Византии вот, иконы гліптика, именно каменные, пришли в Киевскую Русь, Закавказье, Ближний Восток. Тут оно было развито и было востребовано. У нас, возможно, не было сырья. Делались те, которые делались у нас, они делались на мягких материалах. Мягкие камни были. Вот, и не было абразивного. То есть сказать, что вот мы посмотрели, о, как красиво, давайте мы тоже будем делать, так не получится. Тут наработки технологические. То есть, скажем, как, сейчас, когда они, как они тогда резали, я не знаю. То есть это, в общем-то, не успел готовиться. Вот, скажем, это бурмашина. Это самый инструмент, который используется. То есть что-то похожее было и тогда. Это вот бурмашина, двигатель. Раньше его ставили на ракеты. Это у нас на Южмаш, это мне вытащили когда-то давно. Ого, он такой важкий. Да, из титана. Да, там цанга вставляется, бор. И вот такой штукой работает. Что-то похожее было в древних специалистах. Но там, скажем, еще вопросы оптики.
то есть увеличить. То есть в римское время раньше еще. Настю, потримай, покажи еще на камеру инструмент. Кстати, он сделанный из титана. Сама головка сделана из титана. Вот. На жаль, ми не можемо передати його вагу, друзі. Важкий, ну тому що з каменем, да, він не має бути легким, в общем-то, це саме. Угу. А скажіть, будь ласка, про матеріали, які ви використовуєте. Ми бачимо, що ви працюєте з невеликою площею поверхонь, і це, я так розумію, що це в основному все каміння. Да. Чи тільки каміння використовується, чи є ще якісь нюанси? Да. І яке саме каміння? Традиційно використовується камінь, звісно. Вот. Но были и ракушка. Вот, скажем, в Италии сейчас, в Англии популярный вот такой вот этот самый, если можно, вот, скажем, темный слой делается фоном, из белого режется. А вот. То есть это традиционно, там есть Торедо эль Греко, такой город, там вот как у нас Петриківка, там шарбанят эти камни. Вот. И есть хорошее очень качество, есть, в общем-то, так себе слабенький, но тем не менее. Это в Англии очень популярно, потому что это были морские державы, у них там было сырье. Важен сырье и важен, скажем, инструмент. Потому что, скажем, резать камею, у нее твердость, вот есть шкала Моуса, там 10 это алмаз и единица тальк. Вот разбили все камни по твердости. Скажем, кварцевая группа, с которой я работаю в основном, это вот дымчатый кварц, цитрин, там марион, вот, дымчатый кварц. Тобто все так виглядає, заготовка без, ну, от так вона нуляча. Да, от це марінована. Ну, в принципі, це один і той же мінерал, тільки по-разному там окрашен. Окрашен за счет кристаллической решетки. Там воно кристалл. Взагалі. Разная форма. А вот сердолик, агат, это тоже кварц, но это скрытокристаллический. Это маленькие кристаллики, микроскопические, спаяны между собой, но между ними есть пространство. И с помощью этого красят это камни. Вот в Германии много камней, они делают камеи. Ну там, скажем так, я работаю вручную, только вручную. Вот, и сразу то есть, появились технологии, чтобы размножать это. То есть, и, скажем, в Германии могут покрасить камень. Притом слоїстые слои могут сделать белый, зеленый, красный, черный там цвета. Вот. И, скажем, режут камень, на нем там есть ультразвуковая технология, делается матрица с порошком, оно выбивает ультразвук, он выбивает эту камень. Вот. Но это, скажем, это как бижутерия, собственно. И, скажем, я бы не рекомендовал камни крашеные, потому что, скажем, мне приходилось работать с камнями крашеными. Все время запах химии все время происходит. То есть там что-то существует. Вообще, вот я такой экологии придерживаюсь в плане камня. Камни их улучшают, скажем. Ну, скажем, их можно нагреть, сердолик нагреть, получится, он станет краснее немножко. То есть он будет красивее. Но это, скажем, меньшее зло, я считаю. Вот. Обрабатывают радиацией. Вот. Это, скажем, да, все прекрасные яркие топазы, они все облученные. То же самое берилла. То есть, как мне одна дама спросила когда-то, говорит, подходит ли мне этот камень? Я говорю, вы знаете, если его долбанули радиация, так что он цвет поменял, он вам подходит? Никому не подойдет. То есть всякое действие вызывает противодействие. То есть то же самое будет и по отношению к тому, кто будет относить. А вот сердолик, он приобретает цвет, скажем, от агата. На солнце, нагрев, в природе, там, за много тысяч лет он становится красным. То есть это как бы меньшее зло. То же самое марионы, их отжигают, получается цитрины. Вот такой черный камень, если его нагреть до 300 градусов при определенном режиме, он становится желтым. То есть, как по мне, вот камень из земли – это самое лучшее, что можно быть, без дополните. А вот марион, я люблю, это мой любимый камень вот, для работы. Вот. Если он марион, значит, его точно ничего не делали. Пане Святославе, у нас скоро буде закінчуватися час. Хотілося б задати вам одне з останніх питань. Скажіть, останнє питання. Якщо ось художник робить помилку, він має можливість це виправити. Якщо ви працюєте з каменем, з твердою речовиною, якщо ви робите помилку, чи маєте ви право на помилку? Є всякі хитрості. Я можу, скажімо, відрізав, вже додати невозможно. Це не гліна, да? Нос вже не можна зправити, там прилепити другий. Вот. Ну, то есть я могу, скажем, начать резать глубже. Может, это самое. Ну, то есть, ну, это уже как бы опыт. Але есть, да? Есть вот такие. Да, со временем появляется опытность. Я могу развернуть немножко лицо, могу что-то такое. Вот. Но если совсем уж плохо все, ну такое редко бывает. Просто я уже работаю больше 20 лет, поэтому у меня так не случается. Я уже режу и вижу, что будет дальше, как бы, где стоит остановиться. Да, вот еще не успел показать. Вот это сердолик, где сердечко. Сердце.
Друзі, це серце. Вот. Це природний варіант. Природний, так, да, какое оно в природі. От цитрин в природі. От прямо, як видите, там даже рубашка в ній є. Пане Святославе, дуже цікаво подивитися на ваші роботи, дуже цікаво подивитися на ці справжні камені, але, на жаль, час нашого ефіру зараз з вами спілкування спливає. Ми дуже вдячні вам за цікаві роботи, які ви нам представили, за ваш оцей труд, дуже непростий труд, тому що, щоб зробити таку красу, то насправді треба бути людиною, яка віддана просто своєму мистецтві. Друзі, ми ще раз нагадаємо, що у нас у гостях був Святослав Нікітенко, каменеріс, який займається гліптикою, досить рідким, але насправді дуже цікавим видом мистецтва.